Всем добрый день! И вы со мной на канале Юлия Иванова. В этом видео я расскажу вам, какая неприятность у меня случилась вот с этой орхидеей Амадеус. Полтора месяца назад у меня вышло видео, как у меня расцвели вот эти красивейшие мои орхидейки, любимые. Все расцвело, все очень красиво, шикарно. Это тоже, там еще у нее бутоны есть. Единственное, у которой еще остались бутоны нераспущенные. И спустя полтора месяца, смотрите, вот такая вот картина. Было 6 цветов. Теперь весь этот гербарий вот так аккуратненько у меня здесь лежит. 5 цветочков здесь и один цветочек еще здесь. Я заметила, когда распустились 3 цветка, она чуть-чуть притормозилась. Потом начала отсушивать эти 3 цветочка, распустила следующие и потом начала доращивать вот эту веточку. И пока вот она ее вот так дорастила, эти 5 цветочков тоже отпали. По-моему, ей не хватило просто полезного в грунте. Всем остальным было достаточно подкормки, которую я давала им раньше. А этой орхидейки Амадеус, наверное, не хватило. Что теперь я думаю с ней делать? Посмотрела в интернете, цветущие орхидеи подкармливать не стоит, потому что они могут сразу скинуть свои цветы. Я, честно сказать, не так сильна еще в этих подкормках. Орхидеи у меня цветут, ну, всего у меня орхидеи находятся в квартире 3 года. Вот эти орхидейки у меня все 3 года дома. Я их взяла не цветущими. Они были у Ценки. Было у них по 4 листа примерно, не больше. Они были не такие большие, как сейчас. Тут такие листья, что... Вот видите, моя рука вот по сравнению с листьями. Они огромные просто. Вон у той, вон лопухи вообще огроменные. Так, спуталась. В общем, что я собралась делать с ней? Пока она еще совсем с маленькими бутончиками, я думаю, надо ее подкормить. И за одним вот эту детку подкормим. В апреле вот этой деточке будет год, как она вообще появилась. Год назад ее просто не было. Вот сейчас февраль начался, еще даже зародыша не было. Вот за год у меня выросла вот такая детка. И вот эта детка старше, чем та детка, но она ни разу еще не цвела. Вот ей сколько? Ну, 2 года, наверное. Она не цвела у меня. Да, вот эта вот детка, это выращена на пеньке вот от этой орхидеи. Это ее мамка получается. Я решила подкормить Амадеус. Вон ту маленькую детку и вот эту детку. Будем использовать вот такое вот удобрение. Монокалий. Сейчас разведу. Налила уже вот литр воды. Вскрою пакетик. 1 грамм на литр воды идет. На глаз это примерно, ну, сейчас вам скажу. Вот в чайной ложке вот так примерно насыплю. Это примерно будет 20, там 20 грамм, примерно 20-я часть будет. Вот 1 грамм примерно столько и будет. Сейчас разведу и включусь обратно. Все, развела я растворчик. Да, кстати, вот в этом вот монокалий фосфат 33% калия. Для удобрения именно... Для цветения орхидеи это очень шикарно. Развела я его. Сейчас я залью, вот сколько у меня, разделю на 3 емкости, примерно одинаково, чтобы было, на все 3. Остальное долью водой. И остальные орхидеи тоже, они, кстати, уже время полива у них как раз. Смотрите, видите, светлые корни уже. Им время поливаться. Как раз все вовремя.
Вот смотрите, я залила, получается, видите, докуда? Вот литр я разлила на три этих орхидейки. Получилось вот постолько. Сейчас остальные залью просто отстойной водой. Все, мы все дружно пьем, и даже это слышно. Слышно даже, как они пьют. На полчасика оставлю. Некоторые говорят 20 минут, там 15 минут. Нет, я на полчаса их оставлю вот так. А потом все прямо вместе с водой полностью, вот они все залиты доверху. Прям все доверху. Полностью все составлю в ванную вместе с водой. Помою их. Они еще постоят там минут 10 у меня. А потом солью. Солью все полностью. Пакетик с удобрением вот так вот я сделала, чтобы не кристаллизовался. Попадет чуть-чуть влага, он кристаллизуется. А так он прекрасно будет храниться. Итак, мы ждем 20 минут, полчаса, как я сказала. Ждем полчаса, и я пойду их мыть. Все, мы хорошенько намылись водичкой тепленькой, как ребятишек купают. Все чистые, свежи. Смотрите, какая красота. Красотки мои. Кстати, занесла их в ванную все. Так они там ярко смотрятся. Вот это такая темно-темно-свекольная смотрится. Это вообще почти черная там. Это гораздо темнее. Прям такая темно-сиреневая. Так, что мы имеем в итоге? Я их намыла. Серединки им выдула. У меня их не столько много. Видите, вот это все мои орхидеи. Серединочки им выдула воду. Листики я не протираю. Вот эта детка. Еще вторая детка. И Амадеус, который с бутончиками сбросил цветы, получили калийное удобрение. Остальные политы просто отстойной водой. Так они все смотрятся хорошо. Там чуть-чуть воды, конечно, останется внизу. Вот она стекает. Сейчас вот вижу в керамзите, вот сколько воды стоит. Все. Теперь на неделе две им, наверное, думаю, хватит. Опять же, будем смотреть. Если я увижу, что какие-то... Вот, допустим, вот эта орхидея у меня пока посажена. Тут широкое горлышко. Она быстрее влага у нее испаряется с широким горлом. Вот у этой уже горлышко. У нее медленнее испаряется. Все смотреть надо на каждую орхидею. Вот видите, получается, все удобряла одинаково, а единственная вот этой орхидеи Амадеусу не хватило удобрений, поэтому я считаю, она и скинула цветы. Она собиралась, распустила 6 цветов, собиралась еще дорастить цветонос, а уже мощи не хватило, поэтому она эти отсушила и начала продолжила еще рост. Кстати, последний цветок вот этот распустился. Самый крупный вообще прям. Прям крупный. И начинает чуть-чуть доращиваться. Вот уже там вижу, 3 бутончика будет, наверное. Это, получается, скинула один бутончик. Пока здесь не вижу прироста, чтобы увеличивалось. Но у нее, возможно, 2 почки. Вот эти. Вот одна и вторая. Возможно, там будут расти еще веточки. Вот и это. И не знаю, будет расти дальше она или нет. Видите, какой? Тут продолжать она уже точно не будет. Там малюсенький-малюсенький. У этой орхидейки все прекрасно. Видите, у нее как? Одна веточка. И вторая. Я поставила вот такую распорку, чтобы цветы не падали. Было некрасиво. Они прям лежали вот на этих цветах. Я сделала из пенопласта распорку. Она ничего не весит. Цветонос не загружается. В общем, мне понравилось так. Тут доращивает понемножечку.
И здесь тоже доращивать начала понемножечку. Так что вот так. Будем ждать дальше, что произойдет. Всем обязательно покажу. И всем пока-пока. До новых встреч. Кому понравилось, оставайтесь со мной. Будем продолжать следить за орхидеями, что у них происходит и как. Всем пока.